Пиши, танцуй, вышивай гладью, разводи золотых рыбок, делай все, что твоей душеньке угодно. Чтобы ты чувствовал себя уверенно, я ни в чем не нуждал. Прими вот это и это. Драма, слезы, боль. Сегодня для слабовидящих и незрячих людей заслуженные артисты Российской Федерации Лариса Чехута и Владимир Вейда прочли пьесу «Лунная дева» и «Конкистадор». Ее написал российский поэт и драматург Эдуард Верига. Пьеса посвящена парадоксам жизни и творчества Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Мы, когда ее получили от него, прочитали, понимая, что возраст это не наш уже совсем, для прямой так актерской игры, предложили ему такой вариант – проигрывать это по тексту. Ему эта идея показалась интересной, и нам тем более тоже. И вот в таком прочтении мы пытаемся, да, поговорить, подумать еще раз, представить возможность нашим слушателям, зрителям подумать еще раз, что это за уникальные судьбы и Ахматовой, и Гумилева. Эта пьеса как длинный диалог, воспоминания двоих. Он и она. Он Николай Гумилев, она Анна Ахматова. Они ворошат прошлое, стараясь найти хотя бы шанс на счастливую семейную жизнь. Их брак – союз двух поэтов, как миф. Хотели, попробовали, не получилось. Да и была ли возможность сохранить семейные отношения в условиях бесконечного соперничества в гениальности, в атмосфере войн, революций, голода и нищеты? Невозможно и бессмысленно разделять жизнь и творчество, поэтому в канве спектакля звучат стихи и романсы из творчества двух поэтов. Я как бы такой спектакль слышу впервые, вот, и поэтому, ну, конечно, многое дает впечатления такие, задумываешься, вспоминаешь, понравился. Финальная часть, она такая трагичная. На мероприятии присутствовало около 40 тагильчан. Благодаря подобным встречам люди с ограниченными возможностями здоровья могут провести время с удовольствием. Полина Зорина, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.